У меня вышел клип к моей песне «Милый мой кудряшка». И мои друзья сегодня в первый раз его посмотрят. Хозяйка Суни Кисы, хозяйка кошки Мяты, ну и конечно же мой хозяин со своей мамой. Давайте посмотрим на их реакции, надеюсь им понравится. А спонсор этого видео — моя игра Симба Кафе. Я добавил в свою игру очень много новых классных вещичек, посмотрите. Скачайте мою игру Симба Кафе сейчас и получайте денежки в начале каждого уровня. Всем привет, ребят. Сегодня я и моя мама. Привет. Будем реагировать на наш новый клип с Симбочкой. На его песню «Милый кудряшка». Представляешь? «Милый кудряшка», да. Мы сделали эту песню Симбочки еще 2 года назад. Мы наконец-то выпускаем клип. Ну, немножко так задержались, да? Ну, чуть-чуть задержались. Давайте посмотрим. Я очень надеюсь, что там не ужастик будет. Не. А ты, милый мой кудряшка, красивый ты мордашка, Симба. Какая прелесть. Девочка очень милая, прям очень. Что за рыжая девочка, извините? Она же ушла из кадра. Артём. Которого люблю я. У меня мурашки. Что он такой грязный? В заплатках. Где он лазил, вообще непонятно. Да, Симбочка немножко бомжимбочком был. Симбочка-бомжимбочка. Ладно, пошли дальше. Да. В чем он замазан, непонятно. Милый мой кудряшка, красивый ты мордашка, Симбочка, которого люблю я. Что, думаешь, Симба любит купаться? Нет, он не любит, это правда. Тут очень даже правильно все. Подожди, да. А что девочка держит его за... За одежду его старую, которую он жил на улице. Бедный. А ты, милый мой кудряшка, красивый... Помыться заставляет. Аляска, вот ты не мылась почему-то, когда ее принесли с улицы? Хотя бы он рад... И в жизни он так не радуется почему-то. Да. Это интересно. Ну, хотя бы мультипликации радуется. Смотри, да. Как. Вот это одежда уже, которая мультик. Угу. Смотри, у девочки есть кукла самой девочки, кукла кровати. Мне нравится ее интересно. Перина. Смотри, как у принцессы прям. Что, Симбочка так делает, да? Он так каши радуется. Положили бы ему рыбу лучше. А, это корм был. Ой. Недавно мы обнаружили по видеокамерам, что Симбочка, оказывается, втихаря таскает еду со стола. Если случайно оставишь тарелочку. Хотя его хозяин доказывал, что мой Симбочка да никогда в жизни еду со стола не возьмет. Еще лежаночка появилась. Он так радуется лежаночке своей. Так мило. Котик мяу. Симба, лежи, котик мяу. Это мило. Очень мило. Мне кажется, ему не спится в новом доме. Да. Смотри, какие у него глазки. Он такой... А, это он, наверное, того черного кота увидел, который вопит по ночам. Ну, не Бенджамин, не Бенчик. Симба, рыжий котик мяу. Симба, рыжий котик мяу. Симба, рыжий котик мяу. Девочка его так схватила. Рыжий котик мяу. Симба, рыжий котик мяу. Симба, рыжий котик мяу. Симба, рыжий котик мяу. Опс. Опа. Он разбил цветок. Он так сматывается, прям как кошки. Как мои кошки, имею в виду. Я смотрю, в кукольном домике, кажется, там сидит хозяин Симбы в маске кота. Что? Не замечал? А вон, что? Смотри. Где? Посмотри. Я не вижу. А не видишь? Сейчас все Симбы было. Его с глазами. Он на секунду стал таким плоским. Это было что? Тут очень хорошо вы показали, что он шкодит, и девочка все равно его не ругает. И это очень хорошо именно детям показать, потому что на самом деле нельзя животных бить, ругать. Животных нужно воспитывать. Аляска у меня тоже так делала. Эй, ты чё? Нет! Извините. Ой, очень мило, и они все равно дружат, его никто не ругает. Ух, это страшно. О, волки пришли. Кстати, сегодня черная собака забегала во двор. Я знаешь, как определила? И вот похоже прямо вот на этого пса черного. Да. Я определила, потому что Симба встал вот так, как статуя. Замер и стоит. И не двигается. Я думаю, что он не двигается? А потом смотрю, я как в окно, а там черная собачара вот такая здоровая. Вот он меня вот так же защищал. Опа, он пошел ее защищать. Он такой же отважный, похожий, как и Мята. Мята у меня как-то на овчарку родителей кинулась. Симбочка еще вот так хвост поднимает, у нее такой хвост. Вот такие же брови.
боже, какие смешные собаки. Да, они думают, такой маленький, похож не справится. Выиграл волков, всех выиграл, девочку спас. Девочка испугалась. Вау, герой. Она так мило щечкой терлась прям. Ой, да мило очень. Да, ну вот Симбочка так хочется делать. Боже, он танцует в шаурме. Я кошку так заматываю иногда в одеялко. И я ее так беру, и она реально как шаурма выглядит. Вот это милота. Это когда Симбочка был маленький, с такими маленькими лапочками. И вот да. Это шаурма, это его одеялко, это не хлеб. Не лепешка. Не кушайте Симбочкой шаурму. Не кушайте котят, пожалуйста, они несъедобные. Не-н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 е-
смешно, он еще лапками делает вот эту вот волну. Это так мило. Слушай, почему альбатрия такая здоровая? Она же взрослая. Так она меньше Симбы в два раза. Это же пчелки из игры были. Вот да, это же не пчелы. Это же осы. Осы. Ну, осы, но пока в нашем мультике мы это не раскрыли. Чего ты секретики раскрываешь? Сори. Альбатрия в жизни меньше Симбы, а в мультике Симба меньше. Это, короче, мультики нарисовали по возрасту, что типа она самая взрослая, да. Потом после нее идет Симба, а Бенчик самый маленький. Правильно? Mm-hmm. Да. Какой тебе клип? Классный, вообще классный. Что думаешь? Так миленько. Артём, очень классный клип, нам с Олесиком понравился. Очень миленько и смешно. Мне понравился. Очень мне понравилось, очень мило. Мне кажется, и даже поучительное видео получилось. Особенно, ну, главный посыл, то, что животных нельзя бить, ругать, кричать и так далее. Есть определенные методы воспитания. Очень-очень милое видео, трогательное. Молодцы, спасибо. Ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайк, нажимайте вот это видео слева, видео и вот это видео справа. Справа нажимайте. Вот это слева и вот это справа. Смотрите дальше, и всем пока! Всем пока!